Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы начинаем проходить Resident Evil 7. В общем-то, очень долго ждал, на самом деле, продолжения. Пару слов хотелось бы сказать о серии. Это некогда великая серия Survivor Horror, которая, к сожалению, в последнее время сильно скатилась, да. Сначала была восхитительная, мне кажется, вот это переосмысление серии, это четвертая часть. Потом чуть похуже, но, в принципе, не так уж и плохо выступила пятая часть. Ну, шестая, на мой взгляд, уже была конкретным перебором. Она рассчитана была на кооперативное прохождение. В соло в нее играть, ну, было не так интересно. После этого пошли Resident Evil Revelations. Вторая часть уже просто была дно-донным. Я до сих пор ее считаю на худшей игрой в серии. И серия нуждалась в свежем глотке воздуха. Нужно было полностью ее переосмыслить. И, в общем-то, разработчики это и сделали. Они полностью переосмыслили весь игровой процесс. Это часть первая номерная, которая будет с видом от первого лица. Вот такие вот пироги. В общем, не знаю, что у них получилось, но будем надеяться на лучшее, ребята. Давайте, наверное, приступать. Помимо всего прочего, я купил отдельное издание игры, которое открывает сразу безумную сложность, потому что если не купить отдельное издание, то эта сложность будет закрыта, пока мы не пройдем на этом уровне сложности. Я хочу, ребята, хардкора. Пора мне приводить себя в тонус перед Нио, поэтому погнали. Очень интересно посмотреть, что же они сделали. Ага. Получается, только с кассетой можно сохраняться, как раньше. Раньше, получается, можно было сохраняться вот именно в старых частях Резидента, если у тебя есть чернила для пишущей машинки. А теперь кассета, хорошо. Безумная сложность предназначена для игроков, которые уже прошли игру. Вы уверены, что хотите продолжить? Ну да, я хочу продолжить. Я думаю, вы все хотите более. Не меньше, чем я. И да, заранее хочу предупредить, ребят, не надо кушать при просмотре данного прохождения, потому что, судя по трейлерам, тут будет жесть. I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, хорошо, я хочу отметить, что анимация восхитительная. Действительно видно актерскую игру. Это круто. Помимо всего прочего, я также хочу напомнить, что это не спин-офф. Это прямое продолжение шестой части, ребят. Что очень интересно само по себе. Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolvi, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. То есть я еще могу смотреть в разные стороны. Слушайте, но игра на самом деле выглядит красиво. Вот этот вот фильтр, который они как вот на кассете применяют, забавно достаточно смотрится. Когда мы выйдем, конечно, все будет не так. У меня такое ощущение. Но, естественно, картинка достаточно приятная. Ну... Да, тут, конечно, заметно, что графика не передовая.
Ну, это может просто на обычной PlayStation, может быть на PS Pro гораздо лучше и на ПК тоже. Проверить поставленную задачу. Так, найдите меню. А, Мию, фу, меню. Что-то считаю, уже туплю. У меня просто начало 12-го. Вот тот самый дом, где по ходу дела будет происходить действие. Помимо всего прочего, хотелось бы отметить следующее. Многие почему-то сравнивают 7-й Resident с Outlast, но по трейлерам я, честно говоря, ну, не согласен. Потому что таки в Outlast пушек не было, а здесь они будут. И, по-моему, в последней демо-версии как раз-таки нам продемонстрировали шутерную механику, но я, к сожалению, может быть даже к счастью, не поиграл в демо-версию финальную. Поэтому буду сейчас все впервые тестить. Да, и никто вообще мне ничего не говорит. Ну ладно, пошли обойдем в таком случае. Наверное, мне куда-то в эту степь. Но мне кажется, что это не Мия прислала это сообщение, правильно? Я не думаю, что она вообще жива. Мне кажется, ее завалили уже 10 раз. Подожди-ка, я, наверное, отсюда пришел, нет? Да, я отсюда пришел, там моя машина. Чем-то не знаю, вот не знаю почему, моментами напоминает мне самый первый фильм Evil Dead, Зловещие мертвецы. Чем-то, не знаю, может тем, что тут есть дом в лесу. И машина чем-то смахивает, кстати. Можно еще бегать, да, на L3. Бегает он не очень быстро. Это что такое? Присоединяйтесь. Угу. Прими ее дар. Сейчас, мне кажется, мы ее сразу и найдем, да? Ку-ку. Ёптать. А вот, похоже, и глава семейства. Давайте здесь не будем торопиться, ребята. Хоть и утро, но что-то как-то уже очково становится потихонечку. Но мне, похоже, придется за ним проследовать. По-другому никак. Ладно, пошли. Это что такое? Погоди-ка. Ну это, я так понимаю, либо кусок оленя, либо еще что-то. То, что осталось. Ох ты, ёперный театр. Это бык. Так, хорошо, давайте присядем. Я так понимаю, что здесь еще стоит под ноги смотреть. Еще, я насколько знаю, в игре куча концовок, и как бы журналисты пишут, что игра вообще очень реиграбельна. Можно многие моменты проходить по-разному. Опять же, я там, ну, старался рецензии не читать, чтобы себе впечатления не портить. Просто там отрывки были в какой-то новости. Я решил так просто мельком посмотреть, и там говорят, много чего можно по-разному проходить. Что само по себе очень круто. Я вообще люблю, когда в играх есть какая-то вариативность. Опа, это сумка? Водительское удостоверение. Это Мия. Что-нибудь еще есть? Нет, ничего. Открыть рюкзак. Получает сообщение от Мии. Вот, получается, это то сообщение, которое он получил от Мия Уинтерс. Отправлено 18 июля 2017 года. Хм. В 23:04 во вторник. 18 июля 2017? Это интересно. То есть, получается, действие происходит в будущем. Ладно. Ну, не в далеком.
Далви, штат Луизиана, ферма Бейкеров. Приходи за мной. Тут у нас что? Давайте посмотрим внимательно. Опять же, ничего. Подожди-ка, подожди-ка. Это то самое место, где начиналась демоверсия, ребят. Вот здесь только было все загорожено, да? И мы вот здесь вот были. По-моему, здесь начинался эпизод, вот этот вот, который мы нашли на кассете. Да-да-да-да, только действие происходило ночью. Поэтому я сразу и не понял, что это так. Окей. Слушайте, а можно как-то фонарик включить? Не... Все, окей, ты все грамотно сделал. Подожди, я могу выйти в случае чего? Дверь закрыта, ребят. За мной закрыли дверь уже. Угу. Короче, меня здесь уже ждут. Так, закрываем дверь. Но тут я все более-менее знаю. Что-то много трофеев дают. Прям как в финалке 15-й. Мне нужны кусачки. Ладно. Да-да-да, это дом из демоверсии. Но мне кажется, здесь нужно как бы сейчас будет все провернуть иначе. Хотя могу ошибаться. Но все пока что по-прежнему, я хочу отметить. Хорошо. Это что такое? Ладно, что у нас здесь? Это фотография. Вон, получается, это она, походу, делает. Это Мия. Это не открыть. Опять же, так же, как и в демоверсии. Ну, именно в первой. Я во вторую, опять же, повторюсь, не играл. Тут есть кран. Угу, закрыли. Тут ворона. Охренеть просто. Вот поэтому, ребята, я вас предупреждал, что не стоит кушать перед во время просмотра. Так, тут по-прежнему, смотрите, лестница не работает. Магнитофонная кассета, забираем, и вот еще тоже забираем. Получается, можно использовать для того, чтобы записать прогресс. Видеозапись заброшенного дома. Я, ребят, наверное, пока что сохраняться не буду, потому что, ну, судя по всему, количество кассет будет ограничено, да? И... Чего? Мне показалось? Да, мне показалось. Думал, кто-то там стоит, чьи-то ноги увидел. Хорошо. Давайте посмотрим кассету. По-моему, где-то здесь можно было это сделать. Да. Вот только эта дверь по-прежнему закрыта, да? Да-да-да. Здесь сломана ручка. Давай-ка, наверное, для начала как поступим. Закрыть нельзя, да? Можно. Что у нас здесь? Это она. Но лица, опять же, ее не видно. Может быть, ее там уже 10 раз изуродовали. Опять же, вот она и этот хрен. Пианино, по-моему, стояло в прошлый раз там. Да, если я ничего не путаю? Окей. Видеомагнитофон здесь. А что еще тут имеется? Клетка. Наверное, она там, да, внутри? Как-то, ну, сложно разглядеть. На обратной стороне ничего по-прежнему. Похоже, это владельца.
Тут еще ручка есть, но пока что ее дернуть нельзя. Ладно, давайте смотреть кассету. Find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Ну это похоже, да, то есть это демоверсия, ребят. То же самое. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Так, ну ладно, пошли. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Да, все, он уже пропал, Андре, сейчас мы за ним пойдем. Но здесь все по-прежнему. Вот только один момент, который я хочу проверить. Подожди-ка, что это такое? Предполагаемый проект. Подожди-ка. Тут у нас пусто, смотрите. Посмотрим, что за предполагаемый проект. А это вот получается аллигаторы в канализации. 17 серия, предполагаемый проект. Прокрадитесь в луизианский дом с привидениями, ага. Это мы как раз нашли. Значит, никто из них не выбрался отсюда, судя по всему. Где он? Un-fucking-believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? Да ты подожди, давай сейчас все осмотрим. Мне просто интересно. Но это опять же нажать нельзя. Тут ничего вообще у нас нет. По-моему, в демоверсии здесь лежали наушники. Ладно, они как бы, ну, частично все переделали. На самом деле, что думал, что то, что они там показывали, да, до этого, это, ну, отдельно сделанная тема. А все-таки в итоге оказалось, что это в игре они использовали. Did you hear that? Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man?
Похоже, это те люди, о которых рассказывал Андреа. Но он сейчас сам, по идее, должен открыть. What the hell? You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Я с тобой полностью согласен, но ни хрена у нас не выйдет, ты же это знаешь. You first. Ну, конечно. What do you see? What is it? А вот и он, да. На этом, я так понимаю, запись закончилась, да? Да, ребят, запись закончилась. Теперь мы по идее можем сюда залезть. Очень интересно узнать, что мы теперь там обнаружим. Давайте спускаться. Потому что раньше этого сделать было нельзя. Ой-ой-ой-ой-ой. Да черт тебя дери. Подняться я уже никак не смогу, судя по всему. Да. Ну что, придется поплавать, ребят? Давайте. Не, ну выглядит круто достаточно. И сейчас, судя по всему, выйдем в другой части дома, да? Тихо. Но там кто-то под водой есть, у меня такое ощущение. Надо быть ко всему готовым. Блин. Я не знаю, кто это. Кто-то, наверное, из тех ребят. Интересно, кто все эти люди? Я думаю, в дальнейшем мы узнаем, да? Мне просто интересно, каким образом во всем этом замешана Амбрелла. А вот это самая, походу, дело клетка, которую мы видели на фотографии, правильно понимаю? Нет? Так, погоди-ка. Здесь давайте торопиться не будем. Что это такое? Это ничего, мы ничего с этим сделать не можем. Мне не нравятся эти звуки. Опа. Так, погоди-ка. Что это? Мертв. Обратился Артур Гар, обратился мертв. И здесь тоже куча обратившихся и куча мертвых. Болторез. Вот то, что нам нужно. Так.
Ну пошли посмотрим, хотя мне кажется, это не самая лучшая идея, да? Мия? Это не Мия, друг мой. Found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? He? Who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Охренеть, вот это поворот. Я не думал, что мы так быстро ее найдем. Но мне кажется, что-то с ней сделали, ребята. Не может, она может меня как раз таки в ловушку и завести. Что такое? What is this place? What'd they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Ты думаешь или сюда? И безопасно ли там? Честно говоря, очень сильно в этом сомневаюсь. Что это? Это мешки с... с чем-то. We have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Не нравится мне это все. Ты далеко не уходи. I'm sure of it. Другая дверь. It's not here. It's gone. It's gone. We're gonna be a family now that you're here. Ты чё? Э? There's another door here. I'm sure of it. Да с ней явно что-то не так. Она ли это? Е201. Ага. Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Ну давайте осмотримся. Но за ней нужно поглядывать. Чтобы она ничего не выкинула сейчас. Она может же, не знаю, вдруг она сейчас обратится там или еще какая хрень произойдет, она может мне на спину наброситься. Но это игрушка просто, здесь ничего нет. И точно такая же игрушка здесь, да? Да. Мия? Слушайте, может быть это она прошибла, может у нее там шизофрения? Как вам кажется? Может никто ее не хватал? Потому что как-то слишком быстро кто-то ее увел отсюда, вы понимаете?
Она должна была, мне кажется, сюда подойти, чтобы, ну... Короче, я думаю, что вошла она сюда сама. И ведет она меня куда-то, нифига не в безопасное место. Ой, ну давай. Что бы там ни было, я готов ко всему. Я так думаю. Пошел дождь. И как бы что-то ночь быстро наступила, вам так не кажется? Там ничего не видно. Так, закрываем. Нет, за окном не видно ничего. Карта гостевого домика. Открыть карту. Угу. Я понял, где мы. Это та дверь с другой стороны той двери, которая была заперта. Да-да-да, это именно она, ребят. Тут ничего. Там тоже. Аптечку забираем. Еще аптечка. Это здорово. Что за херня? Где-то слева, ребята. Слушайте, по-моему, это не лучшая идея туда идти. Нет, 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 нет. Нахер. Идут они нахер. Пошли отсюда. А-а, я не буду этого делать. А мне выбора не оставили. А, черт. Ладно. Сейчас будем что-то думать. А, это вот эта хрень. Я думал, кто-то там открыл дверь уже. Что-нибудь есть здесь? Давайте посмотрим. Может, какая-нибудь, не знаю, там дубина. Нету ни хрена. Ладно, нам ничего не остается, ребят, как открыть эту чертову дверь. Сука. Твари где-то здесь. Ёперный тебя. Я же говорю, что-то с ней не так. Нихера себе. Вот это сила. Что делать? Нахер пошла. Давай. Давай. Сучка крашеная. Мия нахер пошла. Давай. По роже эту суку. Давай. Ugh!
Так. Ну ок. Но мне что-то кажется, этой одной аптечки мне не хватит. Вот теперь все огурцом. Но аптечек вообще не осталось. Что меня печалит. Да что такое? Топор. Ну давай, сука, иди сюда. Еще разок. Еще. Все. Охереть. Ёб твою за ногу. Да уж. Это явно какой-то вирус. Какой-то новый. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. Я тебя понял. Валим. Это та дверь открылась, которая была вот в той степи, да? И еще мне, наверное, нужно забрать топор. А Мии уже нет. Она ни хера не мертва. Что за этой дверью, подожди. А я здесь был, да, мне бы еще аптечка не помешала. Тут что-нибудь изменилось? Нет, ничего, ребят. Ничего здесь не изменилось. Ладно, пошли на чердак, но мне опять же нужно найти вот это вот, вы поняли. Предохранитель, во. Забыл, как называется. Давай-ка там, получается, сейчас болторезом. Разрежем цепь. Давай сделаем это быстрее, а? Вот то, что нам нужно. Предохранитель. Просто еще интересно, как вот это вот. Как вот это вот открыть. Более 20 человек пропали без вести за 2 года. Понятно, их всех сюда заманивали и ставили над ними опыты. Пока сохраняться я опять же не буду. Буду все-таки экономить кассеты. Пока меня тут обучают, так что... Я думаю, что погибнуть будет довольно трудно. Хотя фиг его знает. Сложность-то безумная. Тут все может быть. Сука! Да ты достала! It's fucking hard.
Давай. Черт, быстрее, быстрее. Сука, ну давай же, а. Ёбаный насос. Охереть. Чё за нахер? Хитить, колотить, блядь. Вот этого я никак не ожидал уже. Так, короче. Нет, я не буду сохраняться. Пока не буду, ребят. Чё-то игра, конечно, удивляет и достаточно жестко. Вот, есть патроны для пистолета и пистолет. Аптечка. Окей, fine. Ага, прицелиться и атаковать. Все ясно, я тебя понял. Но мне кажется, все-таки этого героя замочат. То есть мы начнем, наверное, другим совершенно персонажем. Я могу заблуждаться. Но мне так просто почему-то кажется. Потому что тут уже его искалечили в самом начале. Вот за первые 40 минут как-то невероятно. Слишком серьезно. Мне кажется, с такой... из-за такой потери крови он вряд ли долго проживет. И мы в итоге будем играть совершенно за другого человека. Так, ладно, здесь все. Тут вроде ничего нет. Подожди-ка, я могу сменить оружие и разрубить эту всю тему? Подожди-ка, вот так вот сделаем. Да, это можно рубить. Поднимаемся, ребят. Нам больше ничего не остается. Она уже идет. Так, назад, назад, назад. Ах ты ж, сука, больная. Охереть. А, я мертв. Окей. Фух, блин, ребят, ну я не знаю, как это описать. Я просто не знаю, как это описать. Радует то, что здесь как бы, ну, загрузки короткие. Но мне опять же придется, наверное, перепроходить какой-то участок определенный, да, наверное, давайте я это... Подожди, по-моему, я уже без руки. Нет, я еще не без руки. Окей, давайте сейчас не бо... я сейчас срежу, да, чтобы вас опять не парить всем этим. Кстати, да, можно было руку забрать. Давайте, наверное, так и поступим. Все, погнали, ребят, отсюда. Опять, сейчас быстренько добежим. Хотя давайте я тоже, наверное, это скипану. Так, все, я на месте. Помимо всего прочего, ребят, вот здесь вот, короче, смотрите, я нашел еще аптечку. Вот тут вот. Ну, я немного зарезал раны. Если это можно так назвать. Тебе мне нужно что-то делать. Как вариант, я предлагаю, что сейчас я поднимусь туда чуть повыше, отступлю назад, да? Я пробую эту тварь загасить.
черт. Так, перезаряжаемся. Как вариант, давай сюда. Где эта сука? Откуда она выйдет? О, блядь. Да иди ты в жопу. Так, давай сюда. Ах, черт. Как же это тяжко-то, а? Черт. Все. Это тяжко, ребят, это очень тяжко. Давайте еще разочек. Так, ну что, еще разок? Честно говоря, уже не знаю, что делать. Здесь уже достаточно долго сижу. Не понимаю, как эту тварь убить. Патронов тупо не хватает на нее. Не знаю, может там патроны все-таки будут респаться. Фиг его знает. Нужно будет все проверить. Сука. И сразу я пропустил. Ну клево, чё. А один пропустил. Теперь она выходит отсюда, давай. Ждем. Так, давай, 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 перезаряжаемся. С этой стороны зайдет. Перестой, хер его знает, с этой. Давай сюда. Конечно, я не понимаю. Перезаряжаемся, давай еще разок. Выходи, сука. Надо хотя бы сейчас еще два выстрела, последний всадить ей в голову. Главное, чтобы она медленно двигалась. Целиться крайне тяжело. И последний нужно в голову. Блин, я надеюсь, что это сработает. Ну, блин, если нет, то я все, я не знаю, что делать. С этой стороны, да. Ну, притормози же ты, давай. Неплохо, но это не помогло ни хрена. Блин. У меня закончились аптечки. Один раз пропускаю, хана мне. И что делать? Так и будем, короче, сейчас бегать. Она будет атаковать, вот это вот, атака с разгона. Нужно где-то расстояние, чтобы я смог отойти. Вот, например, вот здесь вот. Вау, это было близко.
Давай, еще сюда, сука, иди сюда, иди, 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 иди. Я смогу это сделать, я смогу это сделать. А, промазал. Давай еще и сюда. А, все, я победил. Так, ну нахер, я не хочу к ней подходить. Я бы на том месте, хотя от пилы сейчас толку не будет. Да уж. Это было тяжело, но я справился. Топором зарубили. Прям преступление, наказание. Не знаю, все это мне почему-то напоминает по-прежнему зловещие мертвецы. Я не знаю почему. И это было только вступление, судя по всему, да? Одна рука на месте, а вторая нет, да? Как он там, бедный, от потери крови не умер, вот что интересно. Now you have work to do. Все-таки руку на место мне приделали, не зря я ее подобрал. А что будет, если руку не подобрать? Вот что интересно. Напишите мне, если кто-то тоже играет параллельно. Они там приделают ему руку манекена или что? Ну, крайне интересное и нестандартное начало, вы знаете. Шаблоны рушат сразу. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son bitch wasn't no good if it hit him. Yes. Boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Let's do this. He's not eating it. Shut the hell up, Marguerite. I'll face it for him. Get the hell out of here. You're a son of a bitch. Oh, I can't believe it. He's son of a bitch. He's not eating it. He's not eating it. This was supposed to be a very special feast. Come on, boy. God damn it! I'll bet it's that cop again. Goddamn pigs! I'm coming back for you. Так, надо валить, короче, отсюда, ребят. Надо отсюда валить. И срочно причем. Так, ребят, давайте, наверное, пока что на сегодня хватит, что могу сказать. Начало очень бодрое, необычное и жесткое. Вот такое единственное, что подкачало, это локализация. Надо было больше жести, никакой цензуры. Я не знаю, может быть, конечно, да, я понимаю, что есть ограничения там, и законодательство запрещает, но, по-моему, законодательство распространяется только на кино. Я не понимаю сути, то есть, когда руки отрубают, да, там, кишки и так далее, это нормально, да, мат это ненормально, достаточно странно, очень странно. Тут должно было именно в разговорной речи быть больше жести, потому что так задумали авторы. Нахера это все... Я не знаю, портить, я не понимаю. Короче, ладно, ребят, спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Если будете активными, сегодня выпущу вторую. В общем, не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал, на Google Plus и Twitter, там вся информация о новости канала. Также подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции, на дополнительный канал, там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. На сегодня все, ребята, давайте.
Всем пока.